Хочу по реке проехаться и сделать участок от пляжа и до Шифы. Поехали, я тоже.
Да. Чтоб никто больше не мог. Думали, там в горке покатаемся. А где-то снега нету, там горку они залили, и вот не пускают. Где горка? Чифе, по-моему. А? Чифе. Чифе? А. Деревянная. В городе на лед. Деревянная горка. Ну, ледяная. А, ну, на следующей неделе начнет идти снег. Тогда и горки все будут. Опасно колея со льдом. Оттуда, когда со стороны Шифы едешь по дороге в сторону Сарматов, там в одном и том же месте что-то. И это из-за этой бугорка льда посередине колеи. Из-за него упал оба раза. Ну, оба раза вначале правую ногу, потом левую отбил. Первый раз больнее было. Thank you.
Надо, чтобы отметиться на том участке, нужно туда проникнуть. Там есть открытая дверь или... А, так, нет. А забор вон тот. Дверь в том заборе. Туда еще проникать как-то. Открыто? О! Ну-ка. Да тут вообще можно машине заезжать, получается. Может, замок сорвали? По-моему, петля кривая была. Так. Там, где причал, пристань. Оттуда надо стартовать. Вот мои следы. Да, с прошлой недели. Вон туда. Лёд. Какой там треск услышал, что ли? Нет, я, чтобы не поскользнуться, это и время... Звук какой-то был. Дум-дум. Да нет. Я тут в прошлый раз был, эхом отдавал такой бум-бум. А. Еще когда с Рустам были на том пруду, и лед еще был не совсем толстый, этот звук постоянный был. Mm-hmm. Мы еще на середину выехали. Звук такой бум-бум-бум-бум вокруг. Не, мне кажется, это из-за того, что вода стекает, появляется, да, и он проседает с надламыванием. Мы оттуда быстро уехали, а он перчатку там потерял, обратно поехал, круг большой проехал и не провалился. То есть запас был. Так, вот мы отметились на участке, может быть, я даже еще РЦГ стал еще разок. Там хитрость в Страве есть такая, что нужно свою тренировку приватные выгружать, создавать участок, выждать некоторое время, потом публичные делать. И после этого будет ЦГ. А для того, чтобы каждый получил ЦГ, нужно всем приватно выгрузить, потом каждый начинает делать публичный, и каждый, у кого лучше время, делает после него публичным. И так у каждого ЦГ будет. Ну, теперь надо туда проехать, посередине реки, я думаю, для того, чтобы этот участок смогли другие повторить при желании. Вот от этого места. Ну вот на этом участке уже 3 человека. Так. По льду, конечно, надо медленно ехать. Ну-ка, что-нибудь сфоткаю. Батареек у меня хватит на то, чтобы все записать без перерывов. И памяти там, наверное, хватит на 12. Да, на 12 часов, наверное, должно хватить. Так, теперь берем камеру. Сейчас панораму круговую.
Нет, не слышал. О, да, вот этот звук. Он нас должен будет пугать. Лед так-то толстый, но он будет все равно пугать. Надо только ехать там, где человеческие следы есть, а то вдруг действительно где-то лед тонкий. Ну-ка, уши что ли открыть? Жуть. Наверное, это нормальный звук. Да, она вон туда стекает, и там лед проседает. Но тут много людей, людских следов, так что никто не боится. Да и с велосипедом больше шансов вылезти. Ну, его в плоть меня положил. Да, он так удержит. Главное его не бросать. Так, здесь туда, до середины и... Ух, какая трещина, прям снег даже раскололся, который сверху. А тут какая-то граница. Что это? Ничего себе, вот тут видно толщину. Надо это зафотать. Благодаря трещине видно. Это какая-то граница странная. Как будто... В одну. Он замерзал это слоями. Как будто сверху... А здесь надувало. Что-то. Натекало, да? И потом замерзало. Я даже вижу, где он там конец льда.
Как бы так заснять, чтобы было видно. А, надо ручную фокусировку сделать. Так, сейчас. Ой, нет, не это. Так, где тут у нас этот самый умный режим? Даже не помню, где я его видел. Нет. Положи прямо на лед. Ну-ка. О, да. Так, сейчас. Авто. Сейчас. Надо ручную фокусировку найти. Где же я ее видел? Резкость. Так, движение дополненное. Что такое дополненное? Нет, это. Короче, просто на другую камеру тогда переключусь, в которой помню, где это. Снимаю. Так. Так. Метр 50 точно есть, но больше. А. Так. Не. Ручная фокусировка не даст. Фотку. Здорово. Привет, где? Нормально? Блин. Ты что, еще лежишь? Ну-ка, включим HDR с плюсом. Что он сделает?
Ну, я думаю, тоньше он с той стороны, а не с этой. Там ускоряется течение. Да. Ух ты, как страшно-то. Блин. Да, оно треснуло и повсюду пошло. Во все стороны звук улетел. А здесь дно глубокое, интересно. Нет, даже если он расколется, он получится огромной льдиной, а не так, как это бывает со стеклом. Так, выезжать там будет где-то виден забор, вот там, наверное, и выйдем наверх. Хотя, если там дорога не прокатанная, то придется еще и назад ехать. Можно, в принципе, до Казанки, да? Да. Вполне. Наверное, лучше до Казанки уж тогда. Чё, такой выезд.
Ужас. Наверное, это. То есть, грунт рядом. Может, водоросли там. Ух, какая картина. Вот тут крупные пузыри, прям скопления. О, вот тут еще больше. О, вот тут какие-то линии вытянуты, как будто по течению воды они замерзли. А, вон он. Блин, эти звуки. Какие-то лангольеры. Лангольеры приближаются. Какой-то чавкающий звук. Заглатывающий звук. Оу.
О. Так. Ух ты. Ну-ка. Хотя для до Казанки может быть и далеко. Ну, может он и стоит того.
А? Место сужения может быть какое-то, и там надувал сверху слой воды ледяной. Ну, каким-то образом здесь замерзало либо быстрее, чем там. Велосипед. Там пересекаются. Что за ширина такая? Урал какой-то, что ли? Ну, мне кажется, дед какой-нибудь на велике. Ну, из сада ехал опять. Зимой замерзло, можно так срезать. Ну, изначально здесь конец. Стоит оценить место, это расстояние до деревни по карте. Ну, по ощущениям, туда еще полтора таких расстояния. До Казанки? Да. А по карте? Ну, да, наверное, полтора. Вот это проехали. Ну. Так, изгиб. И вот тут уже есть дороги, выходящие вот сюда, вот к этим деревьям. Ну. Если до конца не доезжать уж. Так, там что-то было написано. Сколько времени сейчас? Без 10:02. Погода хорошая. Давай тогда ехать. Стоит. О, если тут машины ездят, то все, нечего бояться. Вот опять велосипедные следы. Давние, потому что смазаны. Следа не видно протектора.
Ну, для города это, да, полезная вещь. Удобно, да? Но люди часто ронят велики из-за этого. Что-то там. Вспышка не нужна. Сейчас еще найдется костер развести. Я лучше пойду. А? Шипованная резина. Да, шипованная будет держать. Ну, естественно, всякие экстремальные такие вещи не пройдут. Торможение там, руление это с заносами. Оно просто не даст падать. Какой-то дядька мне встречался, говорил, что вот он ездил на велосипеде зимой, один раз упал и подыскал поэтому себе шины, говорит, видел Мишлен недорогие. Чего? Я что-то погуглил, никаких велосипедных Мишленов не видел. Наверное, была подделка. Потому что на велосипедных сайтах смотрю, недорогие со скидкой, там выходит что ли 3500 за одну штуку. И просто люди покупают, бывает, что только наперед. В принципе, по-моему, больше падений, когда перед выскальзывает. И там такой параметр, количество шипов. Что-то вроде 340, что ли. То есть можно самому делать, там наборы продаются по 50 шипов в мешочке. Ну, такое получается. Ну, по-моему, это, в общем, не для любителей, которые раз в неделю катаются, а для тех, кто каждый день ездят. Вот им точно шипованная нужна. Но я думаю, нет. Чем две шипованных шины, я лучше куплю фэтбайк. Но надо будет только продать один велосипед.
такое. Надо как-то проехать туда, наверное. Чашка.
Катя. Есть? Есть? Сейчас так вот сделаю. Есть? Есть? А тут лед, да? А, по берегу. Да, надо закончить полностью, чтобы потом не было, что чуть-чуть осталось. На тот берег. Так, здесь лед желтый, возможно, он тонкий. Не, он толстый, но он точно тоньше, чем там, поэтому только по берегу. Вот это не влажно ли? Нет. Хоть.
Еще можно отметиться на участке через деревню. Петля. Мне кажется, хватит. Мы тогда. А то можно было предложить до железной дороги доехать. Ну а то я в прошлые разы ездил, полтора часа, до двух часов доходил, а потом думаю, тут можно еще добавить даже. Посмотрел вот к этому маршруту, какой участок можно врезать в него. Да, может так до 25, до 30 километров дойти. В конце концов, вокруг города вообще проехать. Ну и получился маршрут, который я еще и летом смогу ездить. Быстренько так. Насколько теперь легко ехать? Я проеду через двор. Классно прокатился. Ugh.